каждый делая то дело, которое вы умеете делать лучше всех. Лучшие инженеры, лучшие рабочие, лучшие педагоги, люди, которые на сегодняшний день имеют право гордиться собой. Начинала с главного экономиста, я проработала все годы главным экономистом, занималась экономической работой, анализом, бухгалтерским учетом. И отработала я 36 лет в сельском хозяйстве, в этом же должности.